День рождения 16 сентября. Какой знак зодиака, характер детей, взрослых, имена? Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденные 16 сентября. Значение дня рождения. Тем, кто приходит в наш мир в данный период, звезды посылают характер сильный, выносливый, наделяет их чувством собственного достоинства, честолюбием и огромным упорством в достижении задуманного. Бескомпромиссными победителями в жизни являются те, кто рождены были 16 сентября, знак зодиака у вас Дева, стимулирующий вас к великим свершениям и наделяющий желанием достичь максимальных высот в выбранном деле. Для них важен не престиж или материальная выгода, а удовольствие, которое доставляет им их занятие. Всегда ими будет руководить не тщеславие и жажда наживы, а страсть к своему делу, что в итоге обеспечит им признание и финансовый успех. Энергетика у Дев, которые родились 16 сентября, очень мощная и всегда позитивная. Это помогает им расположить к себе окружающих, создавать вокруг себя атмосферу душевности, уюта и праздника. Главное, чтобы они вовремя останавливали себя в своей требовательности и часто предвзятому отношению к другим. Они обладают достаточной силой, чтобы справиться с любыми трудностями, поэтому проблем не избегает, страх им неведом. Азартными авантюристами делает знак зодиака людей, рожденных 16 сентября, входя в кураж, они ради призрачного выигрыша могут поставить на кон все, что имеют. И никто не сможет отвадить их от привычки рисковать, только они сами решают, что им делать, а что нет. По-вашему, влияние знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно, 16 сентября, влияние знака Дева, усердие и упрямство не всегда могут носить позитивный оттенок в личности тех, кто появился на свет 16 сентября, знак зодиака может делать их просто несносными в своем упрямстве. Они могут быть очень своенравными, свое недовольство выказывать в очень резкой форме. Нередко на фоне своих выдающихся достижений и предвзятого отношения к людям они становятся высокомерными, могут причинить боль даже тем, кто их любит. Они ощущают себя стопроцентными лидерами в любом коллективе, при этом стараясь сделать все возможное, чтобы дела в нем шли самым наилучшим образом, и он занимал лидирующие позиции среди прочих. Рожденные 16 сентября способны повести за собой, это вдохновенные наставники, дающие много ценных знаний другим. Но проблема в том, что они не терпят, когда их не понимают, ведут себя слишком авторитарно и нетактично по отношению к тем, кого взялись обучать, выдвигают высокие требования и непременно ждут признания. Такие персоны стремятся к заоблачным высотам, нередко их планы обретают характер несбыточных грез, поэтому им нужно избегать чрезмерного отрыва от реальности и погружения в мир собственных мечтаний. 16 сентября родился актер Микки Рурк. 16 сентября 1952 года миру был явлен мегапопулярный киноактер, пребывающий в зените своей славы. Последние два десятилетия прошлого века – харизматичный и неподражаемый Микки Рурк. Из-за несложившихся взаимоотношений с отчимом Микки практически всю юность провел на улице в компаниях самой сомнительной репутацией. Еще в школе он посещал драм-кружок, где он проявил свой актерский талант. Его профессиональная карьера началась в актерской студии Ли Страсберга. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?